И снова здравствуйте, всем привет, The Brush 2019, пока опять же новогодние каникулы, времени валом, заняться как всегда нечем. И для проекта Макса Петрика, ну для совместного проекта, вот хотелось бы сделать персонажа, чтобы, ну как, кости в него вставить. Давайте посмотрим, какого я нашел, буду копировать, ничего выдумывать не буду. Рабочий стол. Итак, вот такой вот персонаж. Вот такой. И давайте его вылепим. Покажу сейчас как. Так, вот у меня тут в The Brush единственный косяк, что когда картинка открыта, я не могу лепить и текстурировать и так далее. Поэтому я буду чуть-чуть по памяти и сверяться с картинкой. С чего начнем? Давайте Lightbox и подгрузим. Так, здесь есть уже базовые. Не буду заморачиваться, просто переделаю. Итак, вот такой вот персонаж. Перспективу я ему отключу. В принципе, голова подходит. Немножко нужно ее тут будет подредактировать. Так, флур мне тоже не понадобится. И вот в чем косяк, смотрите, то, что я вам хотел показать. Лепить я опять же буду в материале глина, хоть все ее и хаят, но это самая лучшая штука, на которой видно все вот эти впадины и так далее. На других материалах ощущение от материала, вот, ну не то, лепить очень трудно. И если где-то есть блестящее что-то, оно очень сильно отвлекает. Вот эти вот части вы в полной мере не можете понять, как выглядят. Но это лично для меня, я привык просто в глине лепить. Итак, лепить я буду, опять же, Clay Buildup. Самая лучшая кисточка. И опять же на двоечке. В принципе, ее хватает. Если кто-то смотрит, вы видите, что я редко пользуюсь кисточкой стандарт, а пользуюсь в основном Clay Buildup и Mauve Topology. В принципе, две кисточки мне хватает. Единственное, вот еще планар и полиш, и то здесь они мне не нравятся, нужно скачать какую-то другую. Я стараюсь за место планар пользоваться вот опять же кисточкой Clay Buildup. Как она работает, я просто ставлю интенсивность, допустим, на двоечку, а кисть ставлю побольше. Вот так. И просто, видите, сейчас картинку отключу, и можно будет рисовать. Вот. Вот так она рисует. Я чуть-чуть побольше делаю, и через Alt вот я могу ее вот так вот делать. Да, конечно, не то, что планар и полиш, ну, или модель я закидываю в Sculptis Alpha 6, и уже если мне много нужно вот это все выравнивать, я это делаю там. Так, Ctrl-Z. Ну и погнали. Теперь опять же включим Mauve Topology, можно Mauve Elastic. Чуть-чуть уши сделаем побольше, тем более вот заготовки уже есть. Shift-Z, смотрим на картинку. Уши выходят выше глаз. Так, теперь Clay Buildup. И наметим по памяти. Опять же, всем советую чаще лепить по памяти. Почему? Потому что, ну, тренируется, во-первых, именно зрительная память. Во-вторых, вы не привязываетесь к картинке. У вас получается что-то свое. Вот вы видите, что я могу сделать уже без ровного лба вот этого. Вот здесь вот где-то по-своему накидать. Где-то сделать переносицу по-своему. Вот не привязываясь вот к этой части. Допустим, вот у нее вот так идет. Потом здесь можно шифтом чуть-чуть вот так все это дело выровнять. Ну и чтобы легче лепилось. Так, давайте сейчас наметим сразу нос. Чуть-чуть шифтом. Вот так вот. Это уже как картошка. Это сильно не надо. И Shift-Z. Губы сделаем. Вот.
приближенная к нормальному пацану, чтобы губная вот эта часть была, мышца. Вот так вот. Так, здесь теперь смотрим. Вы видите, что подбородок у него маленький, нос пониже, глаза повыше. Все это дело надо примечать. Щеки у него вот побольше. Давайте поднакидаем щеки. Вроде пацан, побольше кисточку. И вот эти части чуть-чуть в разные стороны. Опять же, не накидывайте массу в одну сторону постоянно. Вот как вы рисуете, штрихи наносите, так вот и старайтесь здесь тоже работать. Тогда вы, когда наносите и выравниваете, выглаживаете, у вас получается вот такая прикольная ровная часть. Если вы будете только накладывать в одну сторону, вот, вот так вот, то когда будете выглаживать, вы видите, остаются полосы. Это не есть хорошо. Ctrl-Z назад. Так. Все это дело возвращаем. И добавим сразу глаза. Это append. Это значит сфера. Переключаемся на сферу. И включаем move. И вот так вот все это дело уменьшаем. Переворачиваем вот такую именно позу в профиль. И подставляем глаза. Так. Shift, левый клик. Это выравнивает модель. Sculptress Alpha 6. Наоборот все. Правый клик. Так. Ставим глаза. И вот сейчас мы глаза будем подгонять вот под эту штуку. Вы видите, что здесь нужно углубиться. К носу ближе подойти. И брови чуть-чуть натянуть. Ну, вот так и сделаем. Переключимся на голову. Теперь кисточку чуть-чуть поменьше. И через Alt вот здесь. Вот так все это дело чуть-чуть дооформим. Вот так вот. Побольше сделаем паз глаз. Теперь можно Move Topology. И вот эту вот сферу немножко вот так вот подкорректировать вот, под глаз и чуть-чуть как бы кверху поднять. Теперь выбираем голову и вот эти части чуть-чуть, пацан такой все-таки серьезный, припускаем. Опять же смотрим с разных сторон, и красивее будет, если мы вот этот лоб вот так вот подожмем и височки вот эти вот, вот эти части тоже вмять. Так, теперь фишка в чем? Включаем флур и смотрим. Вы видите, что у нас большая модель. Когда вы начинаете лепить, лучше модель уменьшать, ну, прям как можно поменьше ее делать. Иначе сейчас модель будет большая. И когда вы будете делать DynaMesh, поправлять сетку, у вас будет с этим делом проблемы. Так, делаем какую штуку. Ну, давайте сделаем сначала геометри, Modify Topology и Mirror and Well глазам. Сделаем DynaMesh пока на этом размере. Почему? Потому что вот когда мы Flur включаем и делаем, вот смотрите, делаем DynaMesh на большом, ну, пацане, вы видите, что все нормально. 128 нам хватает. У нас нормальная сетка. Но когда мы будем уменьшим модель, мы сможем сетку еще меньше делать. Вот так вот. Теперь все это дело давайте. Так, хорошо, конечно, чтобы глаза у нас были отдельные. Так что мы теперь берем голову и прям как можно ее больше уменьшаем. Выбираем глаза и постараемся, чтобы они попали в пацана, если это будет возможно. Если нет, тогда нам придется глаза подставлять и корректировать уже, вот вы видите, отдельно. Так, вот это все дело мы переносим, углубляем в пацана. Вот первый глаз, в принципе, стал нормально. Его так и оставим. А вот в геометрии сделаем Modify Topology Mirror and Well. Теперь вот косяк в чем, вы видите, что он
если мы захотим сделать анимацию, допустим, персонажа с глазами, глаза у нас срослись. Почему? Потому что глаза слишком большие. Мы теперь это все назад уводим и опять же стараемся еще больше как-то это все дело подкорректировать. Вот так. И больше увести. Вот таким вот образом. Так, это слишком много. Вот так. Поближе сюда подводим. Даже Shift Z. Ну да, в принципе, глаза нормальные. Вот так вот. Теперь смотрим. Делаем Mira and Well. Все. Потом можно их разделить будет. И уже делать анимацию глаз. Так, вот теперь у нас вы видите, что по сетке персонаж маленький. И можно продолжать доделывать все это дело. Так, теперь мы делаем... Сразу давайте начнем с прически, чтобы саптулы были по очереди голова, потом тело и так далее, одежда. Так, для прически мы возьмем, не будем изъеживаться, а возьмем опять же... Давайте append. Можно взять сферу, а также можно взять кисточку, которую я показывал. Называется Curve Tube. Вот это вот. Мы ею опять же делаем голове дубликат. Делаем дубликат. Одну голову отключаем. И попробуем так без X-симметрии вот так вот провести. Получается вот такая шланга. Мы ее можем подгадать, уменьшить. Вот так вот. В принципе, прикольно. Так, теперь жмем на Mesh. И что делаем? Берем и шифтом. Так, что у нас происходит? Шифтом она не выравнится. Мы, значит, отделим все это дело. А, пардонте, у меня же пацан включен. Вот так вот. И сделаем вот этому, вот этой части, сделаем Dynamesh. Так, вот теперь мы можем это все дело вытягивать, выравнивать и корректировать, именно придавать этому делу всему прическу. Вот так вот. Так, смотрим. Отделим теперь. Мы будем теперь вот этот один использовать. Сейчас мы его подделаем. Чуть-чуть подкорректируем. Так, и делаем вот так. Делаем Ctrl-W. Нажимаем на волос. А вот это все, что исчезло... Modify Topology Del Hidden. Просто скрываем и включаем нашу голову. Все, теперь мы вот это все дело будем корректировать. Но, опять же, сначала это все дело отключим. Включим голову. Сделаем, опять же, дубликат. И сделаем Shift-Z вот эту вот повязку. Повязку будем делать вот этой Curve Step Snap. Делаем ее поменьше. X-симметрию опять же отключаем. И попробуем вот в эту сторону вести. Вот так вот. Вариантов очень много сделать повязку. Я показывал на канале разные варианты. Так, вот такая получилась повязка. Мы ее снимаем выделение. Опять же... Ctrl-W нажимаем, отделяем Ctrl-Shift, левая кнопка мыши и убираем ненужный нам Mesh Del Hidden. Смотрим, насколько Shift-Z повязка очень большая. Тут еще брови у пацана прикольные. Поработаем с повязкой. Мы ее сделаем побольше. Вот так вот. И попробуем, пока у нас сетка, вы видите, вот такая. Мы попробуем все это дело Modify Topology подкорректировать. Ее можно с такой сеткой хорошо поправлять. Можно использовать вот
кисточку The Modelier, вот этот, там тоже так же делать. Ну, там чуть-чуть посложнее, ну, попроще это вот таким вот вариантом. Так, Shift Z, голова. Так, ну, в принципе, повязка нормальная. Делаем Mira and Well, замыкаем ее. Вот сзади тут еще можно подкорректировать. Сразу все это дело выгадываем. Их симметрию можно X английское нажать и работать уже симметрично. Или работать только с левой стороной. Почему? Потому что в ZBrush все это дело зеркалится на правую сторону. В Sculptor Alpha 6 с правой на левую. И в других программах, в принципе, ZBrush там одинаково. Так, теперь что можно сделать? Ее можно еще побольше сделать и пониже опустить. Вот таким вот образом. Так, Shift Z. Вот нужно теперь уменьшить так, вот эту часть головы. Более F можно отключить. И вот так вот. Move Topology. Все это дело вот так. И шею чуть-чуть приподнять. И челюсть чуть-чуть наметить. Так. Вот таким образом. Вот эту часть приподнимаем кверху. Во. Вот теперь получается в принципе нормальный гражданин. Как и на картинке. Только немножко. Так. Немножко ему нужно все-таки подбородок сделать. Хоть он и малолетний преступник. Возможно. Так, рот мы ему опустим ниже, сделаем поменьше. И нос сделаем пониже. Вот так. И как бы вот туда вдавим и губу переднюю выпустим. Ну, так он мне больше нравится. Так. Потом еще будет корректироваться. Теперь займемся волосом. Так, 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 нужно сделать первый вот этот волос, а потом мы его будем ложить, там дальний как-то его выпирать, там уже нужно будет кисточкой работать, чтобы они ровные были. Ну, нам хотя бы вот эти вот нужно положить. Так, мы это все дело приподнимаем, перекручиваем, смотрим, где должен быть первый волос, Shift, правая кнопка мыши, и просто подгадаем. Подведем и закопаем. Так, Shift Z, побольше кисточку делаем Move Topology. Так, так. И пока все это дело намечаем. Можно чуть-чуть ее выгладить. Так, эту часть уведем чуть-чуть в голову. Где-то что-то потом пролепим. Теперь нужно поменьше кисточку. И вот это все дело растянуть. Вот так вот. Здесь поострее сделать. Шифтом выглаживаем. И вот так все это дело корректируем. Так, здесь вот так. Там тоже приподнимем. Shift Z, ну, в принципе, первый наметился. Теперь мы его же Shift Z дублируем. Как дублируем? Берем гизмо, зажимаем Ctrl и уводим влево. Так, теперь мы это все дело подгадываем, перекручиваем. Чуть-чуть вот так перекручиваем и подставляем. Так, вот таким вот образом. И чуть-чуть скайл поменьше. Так, вот такая штукенция. Волос самая, ну я считаю, для меня лично, это жесть. Смотрим, куда он выходит. Да, кстати, тут можно еще растягивать, используя гизмо. Там вверх, в бок, вот тянуть. Ставим, допустим, вот так. И можно вот растянуть. Где-то сплюснуть его. Так, так, так. Чуть-чуть его еще подведем и уведем как бы подальше. Вот таким вот образом. Чуть-чуть перекрутим. Во. И подведем вот сюда.
Вот, он поменьше должен быть, и мы его как-то так корректируем. Вот. Теперь у нас идет раз, два, три, и пошли они по голове. Ну, самый большой это у нас вот этот центральный. Ну вот, мы его сейчас потом и будем подгадывать. Shift Z. Так, мы вот этому делаем, опять же, Ctrl Gizmo. Вытягиваем и переносим на эту сторону. Ставим вот в такое положение. Так, теперь вот сюда вот его фиксируем. И здесь уже будем его тянуть, устанавливать вот таким вот образом. Ну, в принципе, он лег нормально. Вот смотрим, здесь он должен под этот волос уходить. Вот как-то так. Во. Нормально, я думаю. Так, теперь Alt, левая кнопка мыши, все это дело передвигает. Опять же, Gizmo, Ctrl. Все это дело вот так вот подгадываем. Опять же, Ctrl. Просто устанавливаем, потому что теперь мы будем все это дело просто вытягивать. Так, я вот не знаю, сзади они нужны, нет. Так, ну это ниже опускаем. Нормально. Так. Ну и с этой стороны тоже добавим. Ctrl, разворачиваем. Подгадываем вот так вот, чтобы ухо, опять же, не зацепило. Что-то в таком духе получается. Тут 3-4, тут получается 3. Ну и давайте замкнем. Ctrl, вытягиваем и вот сюда его подсаживаем. Вот так. Так, теперь этот вот здесь подгадываем. Снимаем. Так. Ctrl-Z, Ctrl-I нажимаем, оставляем один маскированный. Просто мы можем, конечно, работать теперь, используя полигруппы, которые есть у каждого вот этого волоса. Ну, вот так пока будет, наверное, удобней. Так, вот этот самый большой должен быть волос, вот этот центральный. Мы его прям надуваем, вытягиваем побольше. Так. Вот с этой стороны он тоже должен быть большой. Вот таким вот образом. Ctrl-Shift. Ну да. Потом его нужно приплюснуть. И вот это теперь Ctrl-I. Вот так вот Ctrl-I. Делаем опять же Gizmo. Ctrl. И выводим вот сюда вот этот вот волос. Alt, левая кнопка мыши, все это дело выравнивает. Так, фу, я пока выключу. И для чего нам вот этот нужен, да? Он нужен нам Ctrl-Shift. Так, Shift-Z включаем. Вот, вот этот тут верхний, он теперь отходит с той стороны. Мы его просто перекручиваем. Вот так вот перекручиваем. И вот за этот бок тянем. Теперь нужно его поставить в нужное место. Вот так как-то Shift-Z. Сделаем ему скайл побольше и перекрутим еще. Вот так. Так, он должен как бы торчать вот над этими волосами. Ну вот где-то так, я думаю. Так, это он будет центральный. Здесь он вот так. Здесь он вот сюда уходит. Угу. А здесь он должен как бы ровно быть. Вот так. Во. Ну, что-то в таком духе. Ну, а теперь добавляем вот эти дальние. Дальние будем, наверное, делать. Так, а как же? Ну, это потом полюшем надо будет их вытягивать. Получается их раз, два, три,
4. Это идут как зубы. Тут бы хорошо, конечно, полишем. Так, снимаем Ctrl, левый клик. Пока этим работать не будем. Или Ctrl-Z, давайте пока так оставим. Теперь находим Append, находим сферу. N английская. Теперь, когда сабтулов много, можно переключаться клавишей N. Вот так вот уменьшаем все это дело. Так, можно ее выше поднять. И смотрите, что сделаем. Здесь он пустотелый, правильно? Нам ее все равно пролепливать. Нам нужно сделать в сфере Dynamesh. Ctrl-D прибавить дивайдов. Теперь с помощью гизмо все это дело вытянуть вот таким вот образом. И будем теперь ее резать. Ctrl-Shift выбираем. Так, не эту. Давайте Trim Curve. И делаем Ctrl-Shift. Так, дивайды не дадут обрезать. Ctrl-Shift. Делаем обрезку. Bands. Так, делаем ее побольше. Ctrl-Shift. Как говорится, не скупимся. И еще побольше. Вот так вот. Теперь делаем ей зеркалку. Geometry. Modify Topology Mirror and Well. Вот у нас что-то такое тут вышло. Это мы потом можем выгладить. И попробуем. Так, какой он должен быть у нас? Пустотелый. Значит, мы теперь берем, режем именно сверху, потому что черная полоса находится у нас там, где будет обрезана. Через Alt. Вот так мы это все дело обрезаем. И остается у нас вот такая вот заготовка. Мы ей делаем так, Shift-Z. Делаем ей Dynamesh, чтобы была одна полигруппа. Вот так. Ctrl-Z. Добавим именно дивайдов. Резолюции, для, потому что у нас модель маленькая, напомню. И вот это все можно выглаживать. Теперь Shift-Z, она у нас как бы кисточкой. Здесь мы вот так выглаживаем. И попробуем вот этой вот так. Вверх ее сейчас поднимем, чтобы видеть всю. Так, можно даже скайл. И вот это все можно углубить. Это все можно внизу тоже выгладить. Вот такая штука. И Ctrl-Shift, так это лишнее тоже обрубить. Dynamesh маску снимаем, делаем одну полигруппу. И вот это все. X симметрия. Как бы вытягиваем и моделируем уже. Так вот как-то. Shift-Z смотрим. Так, одна уходит сюда. Там маленькая. Так, начнем с большой. Делаем вот эту часть побольше. Перекручиваем. Уводим, вставляем в затылок. И чуть-чуть. Так, Ctrl-Z. X-симметрию отключаем. И вот так как-то сюда погружаем ее. Так, теперь больше ее вот так вот с X-симметрией уже не получится. Вот так моделируем со всех сторон. Здесь уводим как бы в бок. Так, ну потом посмотрим, может даже ее перевернем.
Ну, а теперь опять же Ctrl, отводим, подводим, уменьшаем. Так, X-симметрию отключаем, делаем чуть-чуть Scale, делаем, наверное, выкрушку какую-то где-то, вот так вот ставим. Ну, можно чуть-чуть попробовать расширить. Во. Shift Z. Так, ну это уже, наверное, она большеватая будет. Ну, так как-то. И немножко, по-моему, она где-то под наклоном должна быть, как кажется мне лично. Так, теперь опять же Ctrl. Делаем эту поменьше. Делаем ей Scale. Делаем вперед вывод, перекрутку. Можно даже опять же расширить ее. Вот так. Интересно, у него какая-то прическа. Откуда же они идут? Ну, они идут сверху, я так понял. Ну, где-то сверху вот так вот. Значит, этот поменьше. Так, теперь Shift Z. Непонятно, вот у него это идет с головы. Ну, получается, это должно с головы идти. А это, получается, с затылка у него, что ли, вылазит. Тоже непонятно. Вот, вот эти нижние, это вообще... Нижние понятно, ладно, вот. Вот отсюда, наверное, идут, вот. Вот так вот как-то. Ну, а эти так не смогут идти. Они вообще будут, я не знаю, шиздец какие большие. Не знаю, что-то в таком духе у него выходит. Первый раз такой волос делаю. Ну, можно попробовать вот так. Не знаю, как-то, наверное, вот так. Во. Ну, так я еще поверю. Теперь Ctrl-I. Можно Ctrl-Shift. Вот эту часть, опять же. Как-то, наверное, вот так подкорректировать. Ну, а снизу какие-нибудь волосенки подставим. Ладно, буду экспериментировать. Первый раз я такой волос делаю, не пойму, откуда он должен идти. Ну, в принципе, он должен идти снизу, вот этой. Но тогда он не будет вот именно так, он... Там сзади будет шиздец. Какая, говорю, гадость. Так, ладно. Ctrl-Z. Ctrl-I. Что-нибудь пока в таком духе сделаем. Вот так вот. Так, вот эту часть тоже поменьше. Ctrl-I. Вот эту часть тогда побольше. И как бы она перекрывает вот эту часть. Уходит вот в волос. И эта часть тоже уходит в волос. Вот так. Ну так еще поверю. Ну вот это все равно многовато будет. Надо ее будет потом ликвидировать. Ctrl-I. Давайте попробуем теперь. Ctrl. Перейдем на эту сторону. Так. Тут, в принципе, в чем проблема, что проблем нет. Можно все это дело отзеркалить и сделать ее, вот эту часть зеркальную. Сделать Mirror and Well и сейчас не тратить, допустим, на нее уже время.
Тем более эта сторона хорошо получилась. Ctrl-Z. Вот так давайте, наверное, и сделаем. Снимаем маску и делаем Mirror. Mirror and Well. Во. Ну, а с одним вот этим гавриком просто попрощаемся и шиздец. Так, здесь вот еще побольше можно как-то поднадуть вот эти части. Во. Эту часть можно вот сюда. Вот так вот. Как-то ее вот сюда пустить. А эту обрезать. Alt. Alt. И давай. О. Ну что-то такое получается. Все. Потом все это дело подкорректируем. Как индеец какой-то. Потом нужно просто углы вот эти сделать, пролепить и все. Так, что тут еще у него есть? Ну, глаза сделаны, волос, в принципе, намечен. Ну, в принципе, все для этого ролика, в принципе, достаточно. Теперь в следующем ролике сделаю тело. Ну, и потом потихоньку пойдем в одежду. То есть, да, если вам это вообще будет интересно. Так, вот эти вот листопад, еще вот один. Shift-Z. Так, а если попробовать вот это все дело опустить вот так пониже? Ну, так будет, наверное. О! Вот так как-то будет лучше, наверное. Вот так вот как-то. Во. Так, теперь. Вот этому всему тоже делаем корректировку. Поправляем. Подтягиваем. Это значит уже она снизу должна быть. Вот этот лист. И вот этот тоже должен быть уже снизу. Так вот. Этот поправляем сюда. Этот как-то вот так, наверное. Так, этот вот сюда. И сюда вот. Вот так вот я уже поверю, что возможно вот такая у него штукенция есть. Так. Как ухи получается, нужно это все дело еще поменьше сделать. И вот так вот. И как бы это все. Кверху, да? Так, это тоже. Кверху поднимем. Потом все это дело попролепим. Это не беда. Это пока наметка. Так вот. Но опять же, при анимации это будет все дело мешать. Так.
Так вот, кстати, прикольно, с одной стороны больше оставить, с другой меньше. Так. Вот так как-то. Эту вниз отводим, эту чуть-чуть, значит, кверху. Все это дело задираем. Типа все это дело топорщится. От центра идет как-то, наверное, вот оттуда. Вот так вот. О. Так, а эти уже наложились друг на друга. Уже неинтересно. Так, как-то вот так, наверное, это поровнее. И дальнюю тоже приподнимаем повыше. Все. Вот так, в принципе, меня устраивает. Прикольный пацан. Еще сзади сейчас добавить вот эти волосья. Так, а добавим волосья с помощью уже существующих волосий, чтобы не создавать. Так, Ctrl-I. Делаем вот такую штукенцию. Опять же. Подводим. Поворачиваем. Уменьшаем. Перекручиваем и подгоняем. Так. Ctrl сюда. Так, есть такое дело. Ну и добавим, наверное, Ctrl. Вот, я не знаю. По идее, тут должна быть волосенка у него. Вот тут вот. Ctrl-I и немножко все это дело подкорректируем. Так, где-то тут вот на бок уведем. Эту часть поднимем поближе. Тут заполним. Шифтом немножко выгладим. Где-то подкрутим. Где-то подтянем. Ну вот такое что-то получилось для начала набросок. Все, всем пока.